А ты хоть раз думал о ней? Почему она не спит по ночам и пишет тебе постоянно? Почему каждый раз, когда плохо ей, она требует именно твоего внимания? Или каждую радость она делит с тобой и хочет, чтобы именно ты понимал ее? Или как оставляет расстегнутой свое пальто, потому что знает, что твоя любовь, она пламенная? Почему она говорит постоянно «целуй», а в ответ первей поцелует тебя? Почему она хочет дарить все тепло целиком, что хранит в груди у себя? Да все просто, мой друг. Она любит тебя, и вот в этом вся суть. А ты хоть раз думал ей написать и отодвинуть свою гордость в сторонку? Она же девушка, и ты должен все понимать, ей и так тяжелее приходится. А хотя, кого я уж тут учу?